Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в Кремалочку на Родина РП. Итак, друзья, муники, здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить муник при регистрации, и сегодня я покажу вам бизнес, который я приобрел буквально недавно, где-то 4 дня назад примерно. Сейчас мы доедем до него, я вам покажу финку, за сколько я его купил, расскажу и так далее. Извиняюсь, если я буду заговариваться, потому что... Я снимаю эту серию сразу после предыдущей серии про дом, кстати, да. И ничего не поменялось, я не выспавшийся, и поэтому язык заплетается. Но попытаюсь держать себя в руках, чтобы все было нормально. Кстати, я видосик смотрел у Кена насчет Бугатти, типа самая бесполезная машина. Я с ним был на самом деле поспорил. Да, разгоняется она. Я вообще, кстати, 250 на ней ни разу не разгонялся. Серьезно, ни разу не разгонялся на ней 250 на Чироне. И даже Карпат, кстати, не смотрел. И он типа написал название и в итоге сказал, что эта машина бесполезная. Жаловался на нее управление. Ну блин, она такая, знаете, мягенькая. Мне это очень нравится. Она такая мягенькая. Как, допустим, СВА на Амазинке. Он такой же мягкий, у него подвесочка такая же. Ну блин, прикольно выглядит. Не знаю, мне он больше внешне... так сказать, нравится, и можно сказать, я его из-за того, что он такой красивый взял, в основном. Я тоже не знал, валит он, не валит и так далее, но он красивый, он такой большой, статусный, можно сказать. Да, вот стоит 20 миллионов, можно купить его в полном пинге за 20 миллионов, и мне предлагали, чтобы я продал свой Чирон, короче. Но я все-таки не решился продавать его. Ну, блин, мне он нравится, реально, мне он нравится. Кстати, вот видите мои деньги, это все мои бабки. Давайте, кстати, я припишу команду рефералс. Посмотрю, кто там указывал мой ник. Заглушим автомобиль. Прижмемся к обочине. Так, рефералс. Так, у меня было, по-моему, 50 рефералов или сколько я не... А, 60. Да, вот еще эти люди вводили мой ник. Большое вам спасибо, пацаны. Буду стараться каждый раз смотреть, кто указывает мой ник. Когда вы там достигнете третьего уровня, по-моему, мне капнет 250 тысяч. И я сразу же могу с вами поделиться этими деньгами, если вы там, не знаю, напишите мне, что типа вот это я там и так далее. Там я вам с радостью 150 тысяч дам. Сейчас будет писать, что я повторяю за Кена, но может оно так и есть, не знаю. По названию догадались, какой я купил бизнес. Капец, водятел какой-то поехал. Просто по встречке, блин. Ну зачем так делать, серьезно? Я думаю, вы поняли, что я какой бизнес, короче, купил и где. Я название это указывал, по-любому. Ну, как я думаю, назвать видос, я думаю, я это указывал. Кстати, вот патриотов очень мало, напишите, это редкая машина или нет. Сначала мы сейчас заскочим в банк, короче. Бля, ебать, у меня язык просто заплетается жестко. Зайдем в банк, короче, оплатим налоги и потом уже поедем к бизнесу. Я расскажу, что, как и зачем. Все, я приехал в банк, давайте оплатим налоги. Налоги у меня только на Маврик почему-то постоянно. Так. Постоянно думаю, что надо какую-то команду вводить. Ладно, давайте. Это у нас оплата дома идет. Блин, дебильная привычка на магазине постоянно так делать. Так, 9000 налог на бизнес, 24 на 7. Окей, оплатить его. Хорошо, что у меня стоит... Точнее, купил этот, типа, халявщик и плачу в два раза, не, ну, в половину дешевле, короче, в 50 раз. Так, чё? Может, откроешься? Спасибо. Так, садимся и давайте уже поедем к моему бизнесу. Скажу честно, несет он, хотя я финку, кстати, не смотрел в последнее время, вообще не смотрел. Я только заходил, оплачивал, а финку не смотрел. Я знаю, что на балансе там лежит около 80 тысяч, и это я положил, чтобы он не слетел. Хотя налоги нужно платить в банке, тогда нахрена там деньги, типа за крышу платить. Ну, сейчас я вам все, короче, расскажу и покажу подробнее. Ну, реально, блин, он круто выглядит, этот Чирончик, прям. Когда красишь этот черный кузов, видите, где именно черное, то диски тоже красятся. Кстати, я видел плагиат именно моего Чирона, точно такой самый, возможно, чувак мой подписчик.
Ну, блин, я не люблю, когда плагиатят. Я думаю, у меня вчера только один такой будет на сервере. Но, видимо, кому-то понравилась моя раскраска Чирона, и он решил себе тоже на Чирон поставить же такую же раскраску. Так, вот мой бизнес, это у нас 24/7, только я не понимаю, почему она буквой S, типа, я думал, типа, S это столовая, но нет. Кстати, много бизнесов по ГОСУ вообще есть. Кстати, вот здесь, помните, бар, какой я хотел купить на стрибе? А, его просто купили, понимаете? Именно на следующий день, когда я решил его купить, просто у нас уже были бабки, короче, еще меня я задонил, у меня были бабки уже, только по дизайну бизнесу хотел купить, и он куплен, просто замечательно. Купил этот бизнес за 2,5 миллиона, а ГОСК у него 4 миллиона. Не знаю, выгодно это или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не шарю вообще по бизах на родине. На магазинах еще как-то, вот, на родине туговато у меня с этим, да. 24/7, владелец я, да-да-да-да. Так, заходим, давайте я зайду. За 2,5 миллиона забрал его. Реально. Так, давайте без инфо пропишем. Без инфо. 24/7, давайте я скриншотик сделаю. Мне нужен будет он. Так, продуктов 13 тысяч, магазин 24/7. Банк бизнеса 80 тысяч. Да, я вчера оплачивал, просто заходил. Открыт. Крыша. Казахская мафия. А, в кавказская мафия, да. Налог к оплате 0, потому что я буквально только что платил. Прибыль за 10 часов 0. Посетитель 10, за 10 часов 1. Это я. Давайте посмотрим финансовую статистику. Заместитель, кстати, я поставил Дениса Рева, чтобы он платил, следил за бизнесом, потому что бывает, я не услеживаю за этим. Так, в понедельник он принес 11 тысяч, сегодня у нас еще среда, пацаны. Я не знаю, когда этот видосик выложу. Ну, блин, такое себе, не знаю, смысл есть его продавать или нету. Что здесь вообще можно купить, кстати? Давайте я вам покажу. Что самое полезное для меня, это вот бронежилет можно купить, реально. Только, а, вот Армоу. Вот, бронежилет можно здесь купить. Что еще я здесь прикольного обнаружил? Так, купить разное. Это яд. Это яд. Килми, это вы можете, допустим, вы там забагались, да? Просто пишите команду и вы умираете, появляетесь в больке. Что еще здесь есть? Интересно именно. Сейчас покажу. Здесь есть шприц. Что за шприц? Я сейчас расскажу. Короче, подходите сзади к чуваку, пишите там специальную команду, когда покупаете, вам это пишите, давайте я куплю. Пишите его ID, и у него получается паралич, он не может двигаться, просто лежит, дергается 2 минуты. Я считаю, это прикольная тема, думаю, пригодится. Также здесь есть рыбалка, но, кстати, насчет рыбалки я сниму в следующей серии систему рыбалки там и так далее. Так, рыбалка, сигареты можно купить, техника, можете здесь телефон купить, фотоаппарат, сим-карту можете купить. Из продуктов здесь есть чипсы, пиво. Ну, чипсы, это можно похавать, в принципе, канцелярские. Телефон и книгу можно купить, скрепки, веревка. Веревка, не знаю, можно ли ей связать или нет. Так, аксессуары, маску можно, кстати, купить, да. Чтобы было все заебись, у меня их 3 штуки, поэтому я не могу больше купить. Окей, так. Кстати, оплаты, типа, можно лично, можно кредиты, но я лучше наличкой поставлю. Продать рыбу, но это уже в следующей серии, точнее, я вам расскажу все, что и как. Насчет рыбалки. Так, техника, ну, сигареты, это понятно. Вот, покупаете, кстати, сейчас, вот, сигара вроде. Она ХП, по-моему, прибавляет. Но еще надо будет спички вам купить там. Кстати, здесь Винстона нету, по-моему. Да, печалька, конечно. Вот что Винстона нету, это, конечно, все, все. Надо продавать, потому что Винстона синего нету. Ну, просто я в жизни курю синий Винстона, в основном, поэтому я так и говорю. Но курить я вам не советую, пацаны. И не начинайте, не пробуйте. Это все ненужная дичь, я вам прямо скажу. Давайте я вам покажу в точности его месторасположение, вдруг кто-то захочет закупиться здесь. Вот это в Арзамасе находится. Вот, видите, короче, давайте начнем от перекрестка. Вот перекресток, допустим, видите, просто прямо-прямо до упора, вот. И здесь будет мой бизнес, если что. Ну, либо, ну, я думаю, вы разберетесь, вы не глупы у меня. Либо вот автосалон,
элитных тачек, едете вот здесь и поворотик. Хотя, блин, здесь, видите, тоже есть какой-то 24/7. Ну, не знаю, выгодно или нет, но все говорят продавать. Денис тоже говорил, типа, продавай. Видите, их здесь как-то сильно много натыкали, блин, как на мазинге. Вот это бесит, реально. Когда ты покупаешь бизнес, а возле этого бизнеса еще 5 таких же бизнесов, понимаете? И, блин, это так бесит, потому что, ну, прибыли не будет. Хотя, я не знаю, напишите, я его по дешевке урвал, у него просто годка 4. Не знаю, смогу ли я его, если даже буду продавать за 3, продать, либо нет. Не знаю, короче, посмотрим. Хотя он потихонечку из меня бабосики высасывает, я вам скажу, серьезно. Высасывает бабосики потихонечку за счет оплаты этой продукты. Я еще не заказывал, но именно за то, что за него налоги платить, да, бабосики высасывают потихонечку. Это, конечно, очень хреново. Да, печалька такая. Так, кстати, вот этот бизнес, какой я хотел купить. Я хотел его купить не для прибыли, а чисто для души. Да и 24/7 я купил чисто для души. Видите, этот чувак купил его просто. Кстати, я только узнал, что на родине... Ну, не только узнал, я узнал это давно еще. На стриме мне это рассказали, что... Пишите в поиске родина РП карта, и там будут показаны все дома по ГОСУ, все бизнесы по ГОСУ, ну и купленные бизнесы и дома в реальном времени, просто секунда в секунду. Это просто шикарно, реально. Ну и можно еще в банке посмотреть, когда там слетает бизнес какой-либо, либо дом. Но я видел, как здесь утром ловили дом, просто такое мясо было там. Я просто подъехал посмотреть, и меня просто убили. Реально, просто убили. Сначала тачку расстреляли, потом я подъехал, типа... Это было, по-моему... Да, это было на стриме, кстати. Да, это было на стриме, какой был 5 часов, если я не ошибаюсь, да. Это было именно там. Ну что ж, я уже и так затянул на рассеричку. Решил просто вам рассказать, что я купил себе бизнес. Пишите, оставлять его себе, либо продать, либо еще что-то сделать. Блин, было бы у меня нормально денег на самом деле. Я бы, наверное, его и даже разыграл. Хотя, не знаю, можно бизнес по дешевке типа продать. Потому что, видите, вот это 236 тысяч, это все мои просто деньги, реально. Так, это... интересно, чья это тачка? Это Джонни Прайд эта тачка или нет? А, ну, давайте построим сети сейчас. Кстати, да. Видимо, он сейчас играет. Походу, он себе тачку эту купил. А он дом продал или нет? Давайте я посмотрю, мне просто интересно. Нет, не продал, кстати, дом. Молодец. Красавчик. Я думал, просто его не было. По-моему, на выходных он куда-то уехал. И я боялся, что он слетит. Но нет, красавчик, оплатил дом, все нормально. Все хорошо, все нормально. Так, зачем я пишу лог, если здесь есть автолог? Логично? Да, логично. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки там, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Указывайте мой ник при регистрации. Когда вы достигнете третьего уровня и капли денежка, я с радостью с вами поделюсь, потому что на данный момент у меня возможности нету. Ну, тем самым вы мне поможете... накопить на, кстати, яхту, какую я хочу купить в фан, сейчас, фан меню. Кто не в курсе, я в предыдущей серии говорил об этом. Так, сейчас прилень семью, по-моему, или как там, блин, а, во-во-во, семейная яхта, я про нее говорил в предыдущей серии, посмотрите, кто не смотрел. Яхта просто, муа, пацаны, это просто будет вышка, реально, надо просто накопить на нее 10 миллионов. Я бы мог что-то продать из своего, блин, допустим, ту же E8, но, блин, как-то не знаю, жалко. 10 лямов, хотя, не знаю, я смог бы продать ее за 10 лямов. Ну, блин, бабки, не знаю, донить пока тоже нету возможности. Вот, когда, по-моему, на выходных же было X3, по-моему, донишь, короче, я задонатил 100 рублей, по-моему. Не, 150 рублей, по-моему. Да, 150 рублей задонил, короче. И вышло лям 800. Это реально было круто. По донату здесь на родине все хорошо. Ладно, я уже задолбал вас, наверное, своим болтовней своей, точнее. Все, всем спасибо за просмотр, ждите новых серий и всем пока-пока. I